ваше отношение к тому, что в России все, что связано с театром, это фактически является бюджетной историей. То есть государство финансирует деятельность тысяч театров. Вы считаете, это оправдано в перспективе долгосрочной? Да, я считаю, что это правильно, потому что театр один из видов искусства, да, это культура. Это то же самое, как, ну, грубо говоря, там, это то же самое, как работа над новыми лекарствами, да. Угу. Значит, это не приносит сразу каких-то ощутимых дивидендов, но должна быть большая работа в лаборатории для того, чтобы приобрести новое лекарство. Точно так же театр, да, он не отдает сразу тебе дивиденды в виде умных, глубоких, образованных людей, но потихоньку он организовывает культурное пространство народа. Поэтому государство должно, обязано принимать в этом участие, тем более, что государство, собственно говоря, это нанятый менеджмент, который за наши деньги делает нам хорошо. Угу. За наши деньги. Угу. Надо понимать, что за наши деньги государство должно делать нам хорошо. То есть должно ценить человеческую жизнь, ценить человеческое достоинство, стараться развивать нас культурно, лечить нас. Угу.